Приветствую вас. Свой ответ я бы хотел разделить на две составные части. Первая часть будет касаться рекомендаций относительно ребенка, а вторая часть будет касаться непосредственно вас. Вот. И того, что происходит с вами. Значит, что касается ребенка, то здесь нужно отметить, что вы никак абсолютно не раскрываете бабушку как фигуру в жизни вашего малыша. В том плане, что какие отношения с бабушкой у ребенка? Как ребенок воспринимает бабушку, как она с ним взаимодействует, да, хорошо ли она с ним взаимодействует, не тяжело ли ей с ним, чувствует ли она его, любит ли она его, видите ли вы, как она его любит, например, или нет, да? Соответственно, вы говорите, что через 3-4 недели вы планируете отпуск свой. Значит, в это время нужно постараться бабушку в большей степени привлечь к взаимодействию с ребенком, чтобы она больше времени не проводила, чтобы ребенок привыкал к ней, чтобы он с ней контактировал, чтобы они разговаривали, ну или она разговаривала с ним, да, вот, чтобы она понимала, может быть, ребенка более лучше, чем это происходит сейчас, вот. Чтобы для него не было резким скачком, да, когда вы уедете, и если вы уедете, ну, я думаю, скорее всего, вы уедете, вот. Чтобы для него не было резким скачком, когда вас не будет, то для него чтобы это было безболезненно. И вот на данный момент, у ребенка еще не настолько активно сформирована вот эта вот привязанность к маме, да, как к личности. То есть это скорее к некой такой фигуре, которая дает пищу, ласку, заботу и так далее. То есть это вот именно такая стадия. И он не почувствует себя брошенным, если бабушка будет рядом, если она будет активно с ним взаимодействовать уже сейчас, да, то есть вот помимо вашей с мужем активности, да, если будет еще и активность бабушки, то, соответственно, никаких, я думаю, проблем у ребенка не возникнет абсолютно с тем, чтобы побыть без вас неделю. Вот. То есть самое главное, чтобы бабочка хорошо справлялась со своими обязанностями, да, вот, по уходу за ребенком. Вот. Вот, и тогда, я думаю, все будет нормально. Вам самое главное, вот это вот принять за истину, за установку себе, что если бабочка нормально взаимодействует с малышом, да, и если она будет взаимодействовать с ним сейчас,
то ничего плохого не случится. Абсолютно. Ни с ребенком, ни с вами, и ни о каких негативных аспектах, да, ни о каких негативных последствиях речи быть не может. Вот. Но, с другой стороны, довольно примечателен факт, что вы никак бабочку-то, собственно говоря, не раскрываете. Абсолютно. То есть бабочка как личность отсутствует у вас, вот, непосредственно в письме. Вот, и это, конечно, настораживает. Это настораживает немного, потому что, ну, если вы собираетесь оставить ребенка с бабочкой, да, то я полагаю, что как-то вот надо бы несколько лучше раскрыть то, что из себя представляет бабочка, кто она и какая она, да, и собственно говоря, так далее. Вот. Вот, собственно, то, что можно сказать, да, то есть, если какие-то есть проблемы, да, между ребенком и бабочкой, если есть какие-то проблемы между вами и бабочкой, то это лучше, конечно, все-таки лучше все-таки это как-то разрешить. Так это мне видится, вот. Можно использовать совсем уж экзотичные способы, вроде того, чтобы на отпуске, например, каждый вечер там по скайпу разговаривать с ребенком, да, там, или по какой-нибудь другой аудио-видеосвязи, чтобы ребенок, может быть, если не видел вас, то слышал хотя бы ваш голос, вот, и тем самым поддерживал вот эту связь, если вы боитесь отчужденности и так далее. Вот. Ну, это уже, согласитесь, исключительно вот как, ну, как вариант, да, то есть можно использовать, а можно и не использовать, это зависит напрямую здесь от вас. Ну, это, в общем, из области изобретательности, да, то есть вот в зависимости от того, насколько вы изобретательны, я думаю, что можно найти способ, вот. Самое главное здесь только вот, если вы хотите взаимодействовать, значит, с ребенком, да, если вы хотите не терять контакт и связь с ним, вот, то обязательно себе не вредить, чтобы именно вам не было никакого вреда. Вот. Это то, что касается ребенка. То, что касается вашего вопроса. Теперь то, что касается вас. То есть вы-то спрашиваете, как поступить, понимаете? И поступать-то, конечно, понятно, как нужно. Потому что, не поступив так, как вы хотите, вы же потом будете ребенка винить за то, что вот из-за тебя там мы не отдыхали, из-за тебя там мы не расслаблялись, из-за тебя там мы не жили своей жизнью, и так далее, так далее, так далее. Вот. И ребенок, он будет как бы чувствовать вот это. Он будет чувствовать, что он виноват. Он будет чувствовать, что вы за что-то его вините, даже если вы этого говорить не будете. Поэтому, как поступать, здесь понятно. И, в принципе, те доводы, которые вы приводите, они более чем адекватны, они более чем
разумные, они более чем имеют место быть. То есть, действительно, с ребенком будет тяжеловато, ребенок будет отнимать много времени и так далее, так далее, так далее. Это так. Но вы боитесь того, что между вами и ребенком будет отчужденность, он перестанет вас принимать. Вы боитесь, что он будет чувствовать себя брошенным и так далее. Вот откуда это? Откуда этот страх? Это вопрос. Это про вас на самом деле. Это не про ребенка. Это про вас. Это про ваши чувства, это про то, что вы себя видели так по отношению к родителям, либо боялись этого очень сильно, то есть, ну, как-то вот либо видели, либо случайно с этим познакомились и не пережили это. То есть это про вас все. У вас есть этот пункт. У вас есть этот комплекс. Почему комплекс? Потому что, знаете, брошенность, да, она не возникает сразу, она не возникает, если с ребенком кто-то есть, она не возникает, если ребенка любит, если заботится о нем и так далее. Отчужденность и связь, ну, ребенок, конечно, тут два варианта есть. Либо ребенок вообще не заметит, что вы уезжали. То есть встретит вас и как будто ни в чем, как ни в чем не бывало, да? Вот. Либо он, соответственно, ну, будет как-то держаться немножко отстраненно первое время, но очень быстро, как бы, что называется, узнает вас. То есть тут проблем нет. Никаких. Абсолютно. Это не проблема, это не страшно, это нормально. Ни о какой потере связи речь не идет. Особенно если вы будете делать то, что вот я говорил, да? Но тонкость в том, что вы-то боитесь этого, и страх-то этот ваш, значит, либо вы делаете на ребенка перенос, своих переживаний, да, своих чувств. Либо вы, ну, действуете на него в контексте каких-либо установок, которые, опять же, у вас есть. И контекст этих установок подразумевает, что с ребенком нужно обязательно быть вместе, вот прям без какого-либо отдыха. Иначе будет какой-то негатив, иначе будет что-то ужасное, ну вот, плохое, там, и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Вот. И на мой взгляд, вот на мой взгляд, да, именно с этим, откуда у вас страх, что вы видите для себя страшным, чего боитесь именно вы, да, и нужно работать. То есть, сделаете вы, например, как я сказал, да, допустим, ну, допустим, допустим, и вот сделав все, как вы сказали, все, как я сказал, точнее, вы как бы и себе дадите возможность быть собой, и ребенка без заботы не оставит. Ребенок будет более свободным в плане построения отношений.
Возможно ли при этом определенная отстраненность? Ну да, пока формируются личные границы ребенка, да, возможно. Плохо ли это? Нет. Забудет ли ребенок, что вы его мать? Нет. Потеряет ли он с вами связь? Она может быть немножко поблекнет, но тут же восстановится, если вы будете с ним. Потому что все это моментально вспоминается, память тела, все это сохранится, никуда не денется. Вот. Так что ваш страх, он имеет природу, с которой нужно разбираться. Вот, может быть, это что-то послеродовое, может быть, это какие-то травмы в жизни вашей, может быть, это проблемы с родителями, вот. Но, тем не менее, факт остается фактом, что страх ваш, он не просто так. И самое грустное в этой история — это то, что подобный страх, подобная модель поведения формирует у ребенка психотическую модель поведения. То есть я нуждаюсь в том, чтобы мои родители все время были со мной, я нуждаюсь в том, чтобы мои родители все время указывали мне, что делать, я нуждаюсь в том, чтобы со мной постоянно рядом кто-то был. Сам я сделать ничего не могу. Или боюсь, или не уверен в себе. Вот. Такого ребенка вы хотите воспитать через подобную модель поведения. Вот. Так я хочу сказать, что связь с ребенком, да, она не должна быть самоцелью. И брошенность, если это кратковременное такое чувство, даже не очень явное, да, потому что будет бабочка, она как бы заботится, любит и все такое, это полезно. Чем быстрее ребенок станет самостоятельным, тем будет лучше. Чем быстрее он будет чувствовать, что не только мама и папа будут рядом, но и другие, а скоро и он сам, потому что вы, я думаю, не последний раз уезжаете. Вот. Тем быстрее ребенок сможет быть самостоятельным, и тем более успешным и уверенным по жизни он будет. Подумайте об этом. Вот. И если захотите поработать со своими страхами, то обращайтесь к любому из психологов, который вам понравится. На этом все, я надеюсь, да помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.